для скота на весь год, как и сани, готовят летом. И сейчас самый подходящий момент. Основа рациона коров и лошадей – сено, сенаж или силос. В составе – многолетние культуры, которые обрабатывают разным способом. Сочные корма быстро насыщают животных, в них больше влаги. В грубых – высокое содержание полезных веществ. При этом, чем моложе поле, тем выше урожайность. Побольше молодых трав держать. Ну, не в смысле объема, а в смысле по качеству. Отдача больше. Лучше занимать зерновыми и получать тоже урожай, допустим. Вот с молодых мы получаем 40 центнеров, допустим. А вот здесь я только 15 могу получить. Зачем держать травы лишние, старые? Посеяли мы ее. Ну, если все нормально, на второй год, да, елки, на второй год уже это сено можно получать. Ну, они многолетние. Смотрим, поскольку, ну, 7, 8, 5 лет, в зависимости от урожая. Если дает, мы держим маленько. Нет, перепахиваем, опять подсеваем. В этом году, говорят специалисты, урожай лучше прошлогоднего. Сегодня на полях хозяйства Крутишинское с гектара собирают примерно 120 центнеров подвяленного сенажа. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Но не все проходит как по маслу. Свои коррективы вносит погода. Если в прошлом году сложности аграриям добавляли изнуряющая жара и засуха, то в этом дожди. Лили они и во время посадки, и сейчас пришлось усилить обработку посевов от сорняков. Очень высокая температура спровоцировала очень бурное развитие сорняков в агробиоценозе. И наша задача защитить именно растительные посевы от сорняков своевременно. Хотел бы сказать, что к настоящему моменту уже доведен большой объем господдержки, как по направлению растениеводческому, так и по животноводческому. Хотелось бы сказать, что произведен второй отбор по направлению производства реализации зерновых. Также доведены средства на направление производства и реализации молока, переработка молока, на приобретение племенных животных, на приобретение семени племенных животных, на приобретение азота. Это очень важные направления для наших агропредприятий. И в настоящее время уже порядка 2 миллиардов доведено. Чтобы успеть убрать урожай кормовых трав в солнечные дни, работают без выходных. Выходят в поле поздним утром, а возвращаются уже под ночь. Раньше не начинают, ждут, пока роса высохнет. На подмогу коллегам приходят работники с других участков. Я механик-бригадир. А в данный момент сажусь на... То есть вы совмещаете, чтобы ребятам помочь успеть? Да, я совмещаю. Сейчас я на кормозаготовке, а в уборку я сажусь на комбайн, на зерновой, на джиндер, и работаю на комбайне. Тюки формирует пресс-подборщик. Фасует сено по 3,5 центнера. В день хозяйству нужно примерно десяток таких тюков. Заготавливают их впрок. Благодаря сетке, которые обматывают рулоны, сено может храниться очень долго. Обтекаемая форма оберегает продукт от попадания внутрь влаги. Сенаж же требует более кропотливой работы. За смену 2 комбайнера собирают урожай на площади до 110 гектаров. Собранный сенаж гуртуют на отдельной площадке. Бурт – это вот такая система хранения, при которой растения складывают друг на друга и укрывают пленкой. В таком виде они консервируются минимум 40 дней. Корм состоит вот из разнотравья, которое вы видели сейчас на поле. Много компонентов, если это наши травосмеси, допустим, да, отечественная селекция. Это эспарцет, клевер, люцерна, костер. Добавляем комбикорм еще туда. То есть комбикормы идут специальные премикси для дойных коров. И все это потом все перемешивается, хозяин, и через кормораздатчик раздается коровам. На 22 тысячах гектаров выращивают пшеницу, овес, ячмень, рожь, рапс, гречиху, горох и кукурузу. Именно в Крутишинском возделывают практически 15% от всего урожая зерновых и зернобобовых Черепановского района. Чтобы увеличить производительность, предприятие закупило 10 новых единиц техники. Выросла выработка, а значит и зарплаты специалистов. Хозяйство активно пользуется мерами господдержки. Основные меры – это поддержка на приобретение техники. Мы, как животноводы, пользуемся 50% возмещением. Также мы, как большое предприятие, попадаем под возмещение ряда химии и удобрений. Но это основные такие прям существенные, которые заметны. По семени возмещение, компенсация предусмотрена. Кроме растениеводства, в Крутишинском занимаются животноводством. Поголовье коров 4000, из них 1200 – дойное стадо.
По этому показателю предприятие занимает второе место по району. А по надоям на одну фуражную корову входит в десятку самых продуктивных хозяйств Новосибирской области. В прошлом году каждая такая четвероногая красавица дала без малого 10 тысяч килограммов молока при среднем значении по региону 6750. Селекция, рационы. То есть с каждым годом шагаем по чуть-чуть. Отказались от выпасов. У нас один двор на пастбищном содержании сейчас стоит, но это больше вынужденная мера для того, чтобы мы могли подремонтировать дворы. То есть отказались от пастбища, перестало падать молоко. Разводят и лошадей. Хозяйство Крутишинское регулярно участвует в районных и областных соревнованиях и занимает призовые места. В этом году команда предприятия обошла соперников на ежегодных скачках в Черепановском районе. За победу получили приз губернатора Новосибирской области – автомобиль. Ежедневные тренировки, особый рацион, тщательный уход за животными и отношение к ним как к братьям дают свои плоды. Юрий Кобзев лошадьми в Крутишинском занимается уже 20 лет. Помнит, как в 2004-м появились первые 4 лошади. Теперь их около 200. За эти годы Юрий подготовил множество чемпионов. Ну, с лошадьми я с детства вырос. Я с 3 лет на лошадях уже начал ездить. В крови, наверное, у меня это все. Лошади очень душевные такие. Это, с ними приходишь, если что-то где-то там в душе плоховато, потому что работы много, я бригадиром животноводства и всего. Ну вот придешь здесь, отдохнешь с ними, побудешь, проедешь, продумаешь все. И лошадки со мной рядышком, как бы это, пообщаешься с ними. Они тоже отдают свою душу. И все же главное в сельском хозяйстве – это люди. Без человека не будет ни урожая, ни молока. Крутишинская постоянно растет и развивается. Увеличивается и потребность в кадрах. К сотрудникам здесь проявляют особое внимание. Молодым специалистам дают дополнительные выплаты, плюсом к тем, которые выпускники получают от государства. 500 000 тем, кто окончил вуз, и 350 тысяч тем, кто пришел на предприятие после колледжа, техникума или училища. Сотрудникам дают комнаты в общежитии и квартиры с личным участком. Когда мы приехали сюда в организацию, муж также устроился сначала он на работу, потом уже по окончанию декретного отпуска вышла на работу я, и нам предоставили жилье. Мы прожили в этом доме уже более 10 лет. Конечно, помощь очень огромная. То есть, если работник приезжает в село, в организацию, то в первую очередь вопрос становится о жилье, да, где ему жить, куда ему перевести семью. Ну, у нас в совхозе 76 квартир. Есть общежитие еще и в Куриловке, и в Крутишке. Квартиры даются рабочим. Если вот он 10 лет проработал, семьей, и муж, и жена, тогда выкупает за остаточную сумму. Последнюю вот у нас по 100 тысяч выкупали. Если один человек работает, то ему надо 15 лет отработать в совхозе. Также мы скупаем вот квартиры, если продаются в деревне, мы их скупаем, отремонтируем и отдаем. Если что-то случается очень серьезное в совхозной квартире, ну, скажем, капитальный ремонт, крыша, двери, мы всегда за счет совхоза это все ремонтируем, делаем. По итогу те, кто однажды приехал в Крутишку, остаются здесь навсегда. Создают семьи, рожают детей, работают в хозяйстве, можно сказать, кланами. Трудовые династии длятся не одно поколение. И все как один отмечают несколько составляющих крутишинского счастья. Хороший коллектив, стабильность и любовь к своему делу. Ну, в хозяйстве ЗАО «Крутишинское» я работаю уже, наверное, порядка 10 лет. Муж у меня главный зоотехник. Сюда мы переехали после обучения мужа. Переехали в деревню, пока вот растет ребенок маленький. Сейчас уже старшему сыну у нас 18 лет будет. Нынче он тоже у нас уже устроился в ЗАО «Крутишинское», работает пока слесарем. Но желание работать, главное, чтобы было. А желание жить всегда есть. Наверное, любовь к деревне, к своей, к труду. Так я думаю, которые любят деревню, любят землю. У меня у самой внучка 9 классов закончила, и уже 3-й год весовщиком в лето помогает в совхозе. Как бы это тоже очень приветствуется. Ну вот я осталась здесь в деревне жить. И пошла сюда работать просто.
У меня мама, вот она со мной, между прочим, лаборант вот работает также. Вот. Папа – бригадир. Это уже как родное. Не знаю, мне нравится. Вообще природа, хорошо здесь. Вообще-то я коренной здесь родился. В 15 я уже маленько подрабатывал, так сказать. Вообще мне тянет вот в деревню. Я лес люблю, природу люблю. И вот, вот сейчас на пенсии вроде бы, ну сиди и все. Я 3 месяца зимой отсидел, начали болячки, колячки там, все. Пузо стало расти, я говорю, не, шеф, я буду работать. Ну пока меня тянет вот все, я не могу, выходные дают, я день-два, потом заворачиваюсь куда-нибудь поехал, то куда, по полям пробегу. Да вы знаете, мы с братом, с братьями выросли в УАЗике. Мы с малых лет, буквально с отцом, не вылазя, с утра до ночи шиферили, изучали, впитывали понемногу. В этом выросли. Собственно говоря, даже не мыслим себя уже в другой сфере. Когда вырастаешь в этой сфере, ты прикипаешь к этому всему. Настолько интересная деятельность, что каждый год он уникальный, никогда не бывает одинаковый. Наверное, любовь к этому, к селу, к родине, к своему делу. Я же не один, брат не один. С нами коллектив, понимаете, это как одна большая семья. Привыкаешь друг к другу, к совместному вот этому процессу созидания. И когда вот в это погружаешься, уже не можешь остановиться.